Всех рад видеть, дорогие друзья, на моем канале. И сегодня хочу вам снять одно видео, очень полезное и интересное, благодаря которому вы сможете защитить свои данные, все, которые у вас на телефоне. Давайте представим такую ситуацию, что у нас, к примеру, кто-то попросил телефон, говорит, да, я попользуюсь твоим телефоном. Вы даете, человек заходит в вашу галерею, смотрит ваши видео, фото личного характера, где вы там на природе фотографировали что-то в личном, да, не хотели бы это видеть. И плюс до этого еще сбрасывает себе Viber, в Telegram, и эта фотография уже стает не личная, а публичная. Так вот, благодаря одному приложению, которому я сейчас покажу, вы сможете раз и навсегда вот такие вот ситуации ограничить. То есть вы в это приложение сбрасываете свою фотографию, ставите пароль, и кроме вас никто в это приложение не сможет зайти без взлома. То есть программы, а взломать ее практически нереально. Эту программу вы можете скачать абсолютно бесплатно в телеграм-канале, который называется Тимоха Лайф. Это мой личный телеграм-канал, друзья, он проверенный. Здесь тот же самый Play Market, только с бесплатными играми и приложениями. Каждый день я обновляю эту систему, да, все очень классно, все очень классно работает. Если вы хотите найти это приложение, в правом верхнем углу у нас три точки, нажимаете и пишите английскими буквами. Vault, V-U-L-T. Нажимаете поиск, и вам сразу вот это вот приложение. Vault – это скрытие картинок и видео, великолепное приложение на Android, которое поможет вам защитить свои данные, такие как звонки, смс, личные фото и видео, а также скрыть или заблокировать некоторые приложения на вашем мобильном устройстве. То есть благодаря нему вы сможете даже приложения какие-то скрыть. Его я открыл для себя недавно. И хочу вам сказать, что очень классно. Вам же в знак благодарности прошу присоединиться к вот этому вот телеграм-каналу. Ссылочка на нем тоже будет в описании. Значит, заходим сюда в Vault, нажимаем только сейчас, установить. Приложение устанавливается за несколько секунд. Не переживайте, здесь нет никаких вирусов, так как я все проверяю на компьютере. И как здесь оно работает. То есть вы его скачиваете, да, и ставите, соответственно, пароль, который никто не будет знать. Также добавляете почту. Это нужно для того, для авторизации, чтобы если кто-то попытается зайти, у вас будет на почту сбросен пароль. Далее мы заходим вот так в фото. Смотрите, вот я уже прятал фотографию. Давайте ее сейчас удалим. И смотрите, что у нас делает. В нижнем правом углу у нас такой плюсик. Нажимаем на плюс. Далее выбираем TTO-файл, который мы хотим скрыть. К примеру, я хочу скрыть. Вот, смотрите, я фотографировал сегодня автомобиль. Да, нажимаю импорт. То есть у меня вот эта вот фотография только будет здесь. Ее не будет на теперь уже на галерее, где эта фотография ранее находилась. Она была вот здесь, среди галереи, его нету. То есть таким образом моя фотография защищена. Видите, я должен ввести пароль, если кто-то захочет что-то сделать. Здесь можно скрыть видео, блокировка приложений. Также вы можете какое-то приложение заблокировать, поставить, вот, к примеру, смотрите, мессенджер, да, нажимаете заблокировать, и таким образом у вас, когда вы в тот же самый мессенджер кто-то захочет зайти, он это сделать только сможет через то приложение. То есть очень-очень клевое приложение, я вам хочу сказать, которое действительно открывает большой функционал. Вот так вот заблокировать. Скрытые приложения, окей. Базовые приложения, окей. Ну, в общем, я хочу сказать, что здесь пробуйте, очень интересное. Видите, заблокировали мы мессенджер с вами. То есть, очень интересное приложение, благодаря которому вы действительно сможете скрыть все файлы, все фотографии, которые проверены уже и которые без вирусов. И так дальше. Есть режим инкогнито, обычная копия видео. То есть никто не сможет теперь взломать, по сути, ваши личные данные в виде фотографий, видео и приложений. Кому понравилось видео, подпишитесь. Не забудьте поставить лайк этому видео. И присоединяйтесь, конечно же, к моему телеграм-каналу. На нем уже 5,5 тысяч подписчиков. Мы развиваемся. Каждый день здесь новые выходят игры, приложения. Думаю, многим из вас это будет очень полезно. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Всем пока.